Так, ребят, давайте шевелитесь, нам скоро выдвигаться. А, Хироюки Картер! Эй, просто Хиро! Приветствую. Я думал, что ты и твой гонщик не справитесь. Я из Life, мы спонсоры этой гонки. Я буду руководить этим событием. Прогуляемся? И еще раз спасибо вам, я просто в восторге. Это очень важно для нас. Не стоит. Мы всегда ищем новые таланты, а ты и твой друг как раз подходите. Я могу это не говорить, но если вы выложитесь в этой гонке на полную, вам откроются многие двери. Понял, мы вас не разочаруем. Не разочаруете? Дело в другом. Это ваш шанс впечатлить действительно важных людей. Благодаря мероприятиям, которые мы проводим, сообщество гонщиков узнают о новых состязаниях. Вы же хотите гонок, да? Да, это очень важно для нас. Мы пытались транслировать наши гонки, но безуспешно. Вряд ли кто-то хочет смотреть не весь на кого. Поверь мне, нужно просто показать миру, как вы выигрываете это состязание. Будет результат, и у вас станет больше фанатов и возможностей. Мы постараемся изо всех сил. Кира, друг мой, мне не нужно изо всех сил. Мне нужно легендарно круто и безбашенно. Ну ладно, мне пора. Организационные вопросы. Удачи. Ага, спасибо. Ну, все готово, дружище. Ни пуха тебе, ни пера. Просто гони, что есть мочи, и мы с тобой окажемся на вершине. Добро пожаловать в город, который никогда не спит. Вас ждет невообразимое. Весь Нью-Йорк захвачен гонщиками. Это уже не просто город, это полигон, где состязаются лучшие водители и пилоты современности и будущего. Сегодня мы посмотрим первый эпизод серии Life Extreme в этом году. В новом сезоне талантливые новички попытаются сразиться со звездами и получат шанс впечатлить все гоночные команды. А они, поверьте мне, наблюдают за событием. Главное – привести зрителей в восторг. Только так и можно заполучить любовь публики. Да, стать гонщиком, потом звездой этого шоу и наблюдать, как подскакивает число фанатов. О подскоках. Вы видели тот прыжок? В том-то и дело, ребята. От числа фанатов просто крышу сносит. В эфире настоящий экстрим! У вас появятся фанаты после победы на трассе. Но это не единственный путь. Сделайте эффектный трюк, как этот, например, и они тут же к вам побегут. Сами проверьте.
Пройдено две трети пути, и мне кажется, что мы наблюдаем, как на трассе вспыхивает новая звезда. И вот, наконец, грандиозный финал. В наше время теперь так. Недостаточно быть хорошим пилотом. Нужно блистать и в гонке, и в жизни. Всегда быть в курсе последних новостей социальных сетей. Чем больше у вас фанатов, тем больше будет новых. Войдете в первую гоночную команду, и вторая начнет к вам присматриваться. Соберете группу поддержки, и желающие заключить контракт начнут стучать в дверь. То есть водитель, который привлечет на свою сторону достаточно фанатов, откроет новые стили гонок, дисциплины. Вы назовете их превосходными. А разве все мы не гонимся за чем-то превосходным? Я буквально чувствую наплыв фанатов, а вы нет? С вами была программа Live Extreme. Первый эпизод из самого сердца Нью-Йорка. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Круто, дружище, официально заявляю, это огромный успех. Нам еще предстоит показать себя. Ну и отлично. Мы все правильно сделали, и ты это знаешь. Еще столько всего можно попробовать. Катера, самолеты, все виды машин. Это же лучший в мире шведский стол. Мне звонят стритрейсеры, гонщики по бездорожью, профи и фристайлеры. Мы можем состязаться с кем угодно. А я советую тебе состязаться со всеми. Выбирай, кто будет первым, и поехали. Добро пожаловать в Motor Nation, дружище. Нужно определиться, куда двинем. Есть четыре варианта. Решать тебе. С чего начнем? Смотри, кто у нас тут. Меня зовут Латрелл. Я тут вроде неофициального комитета для группы уличных гонок. Мы прокачиваем тачки, любуемся ими, гоняем на них. Если хочешь с нами, покажи себя. Я одолжу тебе авто, а ты порули. Выиграешь? Ты в команде. Только помни, машинка не твоя. Не поцарапай. Three, two, one. It's the only time in life I know.
Отлично. У тебя получилось. А сейчас пойдем со мной. У меня для тебя кое-что есть. Тебе понравится. Отличная гонка! Ты получил пропуск на спот. Место, где отрываются все уличные гонщики. Я часть команды, стараюсь вывести нас на законный уровень. Если хочешь того же, может, пригодимся друг другу. А вот этот парень за то, чтобы все было как сейчас. Это Эдгар Маркес по кличке Тио. Местный чемпион, четверть мили, никто не пройдет быстрее. Хочешь его уделать? Выложись на полную катушку, и я тебе смогу кое-что подсказать. Ты талантлив, но нужно отточить навыки. Видишь те тачки? Одна из них твоя, в награду за то, что прошел испытание. Заслужить остальные будет сложнее, но ты можешь их просто купить. Выиграй, заработай, и тогда сможешь поиграть во все наши игрушки. Дрифт, гонка на ускорение, гоняй и побеждай. А теперь выбери себе тачку, садись за руль и покажи, что умеешь.
Thank you.
Круть! Знаешь, мы ведь болтали о тюнинге тачек. А теперь сможем сделать это у себя дома. Только прошу, никаких языков пламени, ладно? Забывай открывать карту и проверять, есть ли где-нибудь какие-то события. Не то чтобы мне не нравилось просто тусить с тобой. Как новичок лихачит. Думает, можно просто приехать и победить. Проигравший теряет тачку, пешком ходить будет. Для кого-то гонки – вот это все. Машины, народ, тусовка. Конечно, легальность никому не интересна. Чтобы люди ко мне прислушались, нужно время. А время у меня есть. Вы только гляньте! Какие мощные красавицы стоят. Но знаешь, какой стоит опасаться нашему другу? Вот этой, простенькой. Это? На вид так себе. Ей больше и не надо. Там под капотом настоящий зверь. Зазеваешься, и этот зверь тебя разорвет. Three, two, one.
на славу разогнался. Ну и резвая машинка. Разве можно ездить с такой начинкой? Конечно, нет, Хиро. В том-то и дело. Сложно убедить людей соблюдать закон, если приходится жертвовать чем-то подобным. Мы получили трофей! Бери, уверен, он нам еще пригодится. В трофеях есть детали, которые используют для прокачки тачек, так что не забывай про них. У уличных гонок своя история. Кто-то говорит, она началась в 20-х с бутлегеров, которым нужно было сбрасывать таможенников с хвоста. Они модифицировали свои тачки, чтобы можно было по-быстрому уходить в случае чего. Эти тюнингованные родстеры и базовые модели. Сегодняшние машины на улицах — их наследие. Ну а мы — наследие тех гонщиков. Какая прелесть! Раньше мы только зеленые трофеи получали, а теперь и других цветов. Там предметы круче.
Hero in the house! Люблю это место. Можно отдохнуть или поменять одежду, а заодно и внешний вид тачек от и до. Или можешь заняться тем, чем занимаешься, пока не водишь. Ну, я не знаю. Тут еще что-то должно быть. Место же навалом. Да ты только посмотри!
Champion coming out of nowhere to rise to the top. Champion coming out of nowhere to rise to the top.
меня что, глюки? Или в той тачке на заднем сиденье и в самом деле есть детское кресло? Большинство не могут позволить себе два автомобиля. Вот приложение для фоток. С его помощью делают снимки, а потом публикуют. Что важнее, можно забацать несколько кадров для фотоальбома. И не переживай, если не получается сделать снимок. Можешь поиграться с временной шкалой и найти идеальный момент.
about our sponsors.